Уважаемые земляки, в регионе введены ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее, ряд саратовских предприятий работает. Они обеспечивают жизнедеятельность городов и поселений. Обращаясь к руководителям этих организаций, безусловный приоритет – безопасность работников. Меры профилактики должны быть на постоянном вашем контроле. Важно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, задействовать минимальное количество специалистов. Люди должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты. Для помещений служебного транспорта обязательно санобработка. Эти основные требования необходимо жестко исполнять. Большое внимание нужно уделять общественному транспорту. Главам крупных муниципалитетов поручено обеспечить необходимое количество автобусов и троллейбусов на маршрутах, чтобы соблюдались санитарные нормы, социальная дистанция. Уважаемые саратовцы, напоминаю, ограничительные меры не случайно продлены до 30 апреля. Угроза распространения коронавирусной инфекции остается. У нас есть новые заболевшие. Поэтому обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции. Этим мы поможем себе и нашим врачам. У них сегодня огромная нагрузка. Они борются за жизни людей. Спасибо нашим медикам за самоотверженную работу. Будьте все здоровы и берегите себя.